Так, следующий у нас челлендж. Тикс. Проверим, посмотрим. Так, ладно. Тут еще я много времени провожу прям... Ага. Очень много времени провожу в воздухе. Да ё-моё! Здесь надо останавливаться вот так. И ждать спуска. Всё. Сюда всё из скелета сделано. Всё из костей. Ох ты, а как... А, ну блин, да. Понятно, ладно. Попробуем. Сейчас. Так, здесь главное не спешить. Просто аккуратненько спускаемся. Здесь у нас... О, давай. Так, а что у нас здесь получается? Так, назад. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет! Что это такое вообще здесь? Что это за... А зачем я вперед еду? Вперед мне не надо. Да ё-моё, что тут еще такое? 41 секунда, но за 31 успеть. За 31 секунду, вы серьезно? 31 секунду. Так, здесь проехали. Уже 20 секунд. Так, спускаемся. Все. Ну, пожалуйста. 32. Одна секунда. Ребята, надо переиграть. Попробовать. Так, здесь проехали. Здесь тоже. Давай быстрее, быстрее. Так, давай. Во. Здесь перевернулись. Здесь сюда подъехали. Так, вот это самое сложное. Здесь самое сложное. Так, давай. Вообще 34. Ладно. Так, ну что, $350 у нас есть. Ну, давайте движок купим. Да. Потихонечку мы с вами, ребята, улучшаем наш агрегат. Такой вот сумасшедший агрегат. Давай, нубик. Ну это же нубик. Интересно, ребята, вам с прошкой интереснее играть или с нубиком вот этим вот? Который... Ну ладно, пощелкал, молодец, всех зомбарей. Но заканчиваться топливо вообще как-то быстро. Быстро заканчиваться топливо. Ладно. Короче, мы сейчас знаешь, что будем делать? Просто будем просто давить педальку наверх. И не поворачивать. О, как он их пощелкал, молодец, давай, нубик. Тебе нельзя поворачивать. О, нормально, $160. Ага. Так, не можем мы ничего купить. Ладно, поехали дальше. Попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, аккуратненько. Так, взрывчатка. И куда ты там взорвалась? Непонятно. Ох, молодец. Пощелкал этих зомбариков. О, и все, и что? Все, и назад? А ты что назад-то катишься? Алло. Батюшки свет. $154. Слишком медленно написано. А, он остановился, потому что слишком медленно. А то, что он сумасшедший, это никак их не волнует. Давай, приобретем лук. А, есть такая теория, что с приобретенным луком энергии будет чуть-чуть больше. Но это не точно, конечно. О, какой взрыв. Да, куда деется бензин, я вообще не понимаю. Так, а ну-ка, давай. О, проехали. Видишь, мы просто лук увеличили, а проехали дальше. Прикол. $350 у нас всего лишь. Ну ладно, прокачаем тебя в следующий раз. Давайте возьмем осу. Так, денег у меня вообще мало. Ну да ладно. Поехали, один на один. Так, идем. Где ты, чувачок? Иди ко мне. Во, молодец. Молодец. Сейчас я тебя отщелкаю. Погоди, дружок. Ух ты.
Нифига, он меня убил. Ладно, давайте 2 на 2 поиграем. Так, берем осу нашу. И играем. Ух ты, супер танк какой стоит. Так, а у нас титан. У нас, ребятушки, титан. Титан сейчас всем покажет. Сейчас я вот здесь встану. Во! Пошел выхлоп. Так, тихо. Это вражеские. Ух ты. Так, кто-то там подлечился. Я подлечился, да? Чей это был? Есть, победа. Хорошо, это уже лучше. Это уже лучше. Получили звездочку и отправляемся дальше. Также мы играем, ребятушки, за осу. Угу. Так, 2 таких маленьких танка. У нас тут... О, у нас Тесла. Это хорошо. Это хорошо, что у нас Тесла. Так, здесь я пока встану. Буду ждать противников. Есть! Пошли у нас противники. Так, попал я противника или нет? Неизвестно. Так, сейчас я встану здесь. Есть! Удар. Да, уничтожили. Одного противника уничтожили, а остался у нас второй. Так, у нас пошел Теслочка. Давай. На, получай. Ух ты, меня взорвали. Ладно, Тесла, давай, уничтожь его, уничтожь. Ох, какой танк, смотри. Да ё-моё, вставай в другом месте. О, давай. Еще, давай. Да куда ж ты полетел-то? Ну, давай. Ах, да, не получилось. Продолжаем играть в Pepsi World. И у нас... будем, ну, постараемся пройти уровень, конечно. Так, грибочек где-то здесь был. Не, он где-то. Подожди, а где грибочек? Не понял. Ладно, грибочек в другом месте. Вот здесь грибочек нет. А, вот он, грибок. Так, они всегда спешат... сторону. Будем запомним. Так, гриб. Вот это что же получается? Гриб вот этот вот бегает с глазом. Или нет? Оп. Есть. Улитка одна. Вторая. Готова. А, здесь кто-то. Ничего нет, да, у нас? Ладно. Так, давай этот таракан сейчас заползет к себе в нору. Мы его трогать особо не будем. Яблочко! Все, теперь мы можем стрелять. Наконец-то. Так. Здесь аккуратно прыгаем, стреляем. Да ты чё? Попади в него. Ох, нифига. Обычно он меня здесь уничтожал. Этот грибок маленький. Так, идем, прыгаем. Так, а, нифига, что там за улитка такая? Ого. Быстрая улитка какая-то, мы ее быстро уничтожили. Ага, здесь надо много раз прыгать. Хорошо. Что здесь у нас? Опять бешеная улитка, да? На. Хорошо, что у меня был этот самый, как его сказать, яблоко это. А если бы яблоков не было? Она бы меня бы щелкнула бы. О, нет, ко мне идет. На тебе. Так, прыгай вниз. Облачко, спасибо. Тикс. Все, мы дошли до своего замка. А, тут даже замок они не нарисовали. Так, ну что, поехали. Так, 3000 метров у нас есть возможность проехать. Так, начинаем с 20 000. У нас двойные монетки, поэтому нам нужно аккуратно не разбиться. Обычно мы развиваемся в начале игры. Как только я беру двойные монетки, мы посмотрим, проверим. Так. Ага. Важно было нам цвет поменять машинки, если мне, конечно, этот цвет возможно поменять. О, так, стоп. Так, давайте заберем. О, будем стараться все монетки забирать. Проехать. Здесь надо везде и забрать везде монетки.
благо бензинчик у нас, в принципе, достаточно его, поэтому это все можно забрать. Ой, смотри, как медленно едет багги. Я ей даю фору, а она все никак не может далеко уехать. Ладно, если мы сейчас сделаем рекордик, то это будет сохранена наша поездка. Тем более мы медленно едем, да? Так, о, двойные монетки. Берем. Так, ладно, ну не будем жадничать. В принципе, две монетки мы не собрали, ничего страшного. О, 22 тысячи. Не знаю, куда мы эти деньги потратим. Либо на улучшение машинки, возможно, просто мы будем копить деньги, чтобы купить танк. Да, у меня есть танк. Но его нужно еще купить. Его я его открыл. 70 тысяч монет, кажется. Если мы сегодня подзаработаем, то, может быть, купим. Главное не разбиться, нигде не перевернуться. О, проблема в том, что у нас еще бензин может закончиться в любой момент. И мы его, если не заберем, то все, машинка у нас никуда не поедет. Так, все, почему-то я не могу монетки эти заменить. Что мне высыпать, это сделано. О, так, здесь мы сделаем так. Есть, проехали. О, двойные монетки. Так, опять бензин, смотри, заканчивается. Да что ты будешь делать? Так, эти монетки я возьму, спасибо. Да, мне бы магнит не помешал бы на этой тачке, но, к сожалению, магнита вообще нет. Вообще я его не открыл почему-то. Почему-то мне магнитик здесь не дали. Ну ладно, так было опасно. Сейчас только что могли перевернуться. Оп. Ну вот. Так, вообще бензин заканчивается очень-очень-очень быстро. Нет у меня столько времени. Так, эти монетки не взяли, ну да ладно. Ничего не сделаешь. Так, плюс 300 у меня, ага. 23 400. Так, от этих рыбы что-то помогает вам. Во, чуть-чуть еще проедем. Все, бензин, я слышу тебя, слышу. Сейчас, все, взяли мы бензинчик. Так, ух ты! Не заметил я, уже смотри, горит этот самый движок у нас загорелся. Это нехорошо. Так, не хватает у нас, да, энергии? И что ж ты будешь делать-то? Ну, давай, еще немножко, бензин сейчас закончится. Так, где у нас еще бензинчик? О, все, пищать начал. Это плохо, давайте, ребята, поспешим. Да ё-моё, да что ты не заехать-то не можешь? Все, кончилось топливо. Надо 700 заработать, ну хорошо.